Всем здорово, это Фисан. Короче, я в хату ворвался, для вас монтаж тут сформировался. И сегодня мы поговорим о таком загадочном пулемете, как Type 88 LMG. На мой взгляд, это достаточно хороший пулемет. Единственное, что меня не устраивает в нем, это скорострельность. Но давайте по порядку. Первым делом поговорим о уроне. Урон достаточно стандартный, 25 в ближнем бою и 17 на дальней дистанции. У этого пулемета достаточно контролируемая отдача. Не знаю, поможет вам или нет, вот такую вот статистику нашел на Battlefield Википедия. Пиксели, это хрен знает что. Ну, короче, не важно. Один хрен на практике разберетесь. На, не могу не обратить внимания на изумительную игру медика. Меня сняли, и пацанчик красава вообще через пол карты добежал, чтобы меня риснуть. За 100 очков всего лишь, прикинь, вообще. Не то, что, ёпты, таксист. За 100 рублей вообще хрен довезет куда, мудак. А, да, кстати, немного отвлечемся от темы. Пулемет был изобретен в 1988 году, и оригинальное название... Шитон Джиянг, Джики Янг. Но эта информация вам совсем никак не поможет так чисто поржать. Ну ладно, суть не в этом. Харетрепаться, давайте продолжим. Вы могли лицезреть мою точность на этом пулемете в начале видео, это около 26%. В основном я экипирую его с рукояткой, и оптика уже по желанию идет, смотря какая карта. Если вы еще не заметили, то я стреляю короткими очередями от 2 до 6 патронов. Если вы предпочитаете иметь высокую точность, то по этому принципу работают все пулеметы и любые скорострельные винтовки. На этом вроде бы и все. Не буду вас загружать дополнительной информацией, как это делают другие кастеры. Один хрен, это до жопы дверца. Лучший способ улучшить свой скилл, стрельбу, умения, как хотите это называйте, это практика, а не слушать задротов, которые могут это делать, записывать себя на экран и показывать вам, смотрите, как нужно это делать. Во, как сказал. Идите, практикуйтесь и рвите всех вообще в хлам. Кто решил досмотреть этот футаж до конца, обратите внимание на количество обмывания патронов в правом нижнем углу. Это вам даст понять приблизительно, какими очередями, на каких расстояниях надо стрелять. На этом точно все. Всем удачи, берегите себя. А, кстати, давайте отвлечемся от темы, и я вам скажу оригинальное название пулемета. Заебись, СМС пришло! Вообще, вовремя! Шитон Джиянг Киянг. Блин, жесть какая-то вообще. У этого пулемета очень контролируемая... контролируемая отдача. Вот-вот, это слово. Spotted a